Так, мои хорошие, вы уже съели почти кастрюлю. Почти кастрюлю каши. Друзья, вот смотрите, была кастрюля каши, уже больше половины нет. Вот эти вот малыши справились с этим процессом. В принципе, каждый из них кушал. Сейчас перейдем до следующей трапезы косточек. Сейчас, подождите, подождите. Сейчас мы будем делать дело еще. Перельем. Я когда начинаю вот так вот, смотрите, колесо убираю. Так, подождите, подождите. Когда колесо убираю, они подлазят к вам. И они не дают нормально ничего насыпать. Так. Ну тут уже все, уже последние штрихи. Потом уже будете кушать косточки. Кушайте. Так, я хочу, чтобы та черненькая тоже как-то принимала участие в этом процессе. Принимала участие, потому что раз черненькая не кушает ничего, значит она обделена чем-то. Иди сюда, иди ко мне, моя хорошая. Иди ко мне, иди ко мне. Ты тоже должна покушать. Так, и ты тоже. Кушайте, мои хорошие. Сейчас уже зима, нужно стараться как-то подкармливать животных, так как зимой им сложно находить пищу. Здесь, смотрите, мы приехали на водоем. Никого здесь вокруг нет. Только одна природа. Потому только в помощи человека как бы нуждаются эти собаки. По-другому никак. Хотя, с другой стороны, как бы многие говорят, что они бездомные, что они злые, что они нападают на людей. А с другой стороны, сами же люди делают их бездомными. Вы сами поймите, что люди, именно люди, это все делают. А ты прям с кастрюли, да? Лупишь прям с кастрюли. Вот смотрите, вот подошла вот эта большая. И у нее сразу же вот этой вот, сразу же страх какой-то образовался. Именно собаки, у них своя, соответственно, иерархия. У них кто-то из них главный, кто-то из них менее главный. Так, сейчас будете косточки кушать. Одна ушла. А почему ты ушла? Так. Пока еще снимаю, да? Угу. Так, все, в принципе, здесь уже практически ничего нет. За собой мы, конечно же, свой мусор мы заберем. Так, подожди, где? Все, давайте последнюю ложку. Все, больше у нас нету. Остальное все будем уже... Тут уже все остальное немножко пригорело. На, слежи с ложки. Слежи, 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 слежи. Слежи, давай, 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 давай. Давай. Так. Большая куда-то ушла. Они, наверное, кого-то услышали. Такая красивенькая, да? У нее такой окрас интересный возле, угу, возле глаз. Такой прикольненький. Да, прикольный окрас. Так, теперь давайте переходим к косточкам с мясом. Вот такие вот у нас косточки с мясом. Тоже целую тарелку взял. Я думаю, вам будет очень вкусно. А ну покажи, Галинка. Смотрите, полная тареляка. Короче, тут аж повываливалась со всех сторон. Угу. Опять ложим в кулек. Так как если сюда сейчас выложить это все, они начнут растаскивать, начнут драться и так далее. А я буду стараться так делать, чтобы каждому было по чуть-чуть. На, смотри. Тебе. Тебе, моя хорошая. Так. Одна не получится за то, тебе, что ушла. Тебе, моя хорошая. Идите кушать. А где большая самая? Она ушла, он туда. Иди ко мне. Собачки. Все должны кушать. Собачка.
отсюда. Куда мне, интересно, она пошла? Домой, может. Кто его знает? Куда-то она побежала. Она случайно не к нашей собаке пошла? Надеюсь, нет. Да это будет капец. Так, одна собака где-то убежала, здесь их было 4. А оказывается, что одной нет. Пойдем сейчас поищем. Так как мы сюда приехали на машине, и у нас в машине сейчас сидит кобель. А собаки плохо реагируют на чужаков. Камень красивенький. Сейчас пойдем посмотрим. Что вы там доживали? Так, Калинка, подожди, ты пока здесь постой, я пойду проверю, не побежала ли она к машине. Скажешь, ок? Да. Чтобы они не растащили косточки, чтобы ей досталось. Угу. Блин, ну не останется же другой собаки. Они повытаскивали все. Я же тебе попросил, чтобы... Смотри, они повытаскивали косточки с мясом, и теперь... Ладно, на, бери еще, бери. Надо, чтобы все по-честному хотя бы было. Так, мусор мы за собой убираем. В кулек ложим. О, пришла. О, вот она. Иди сюда, иди сюда. Иди, иди, не бойся. Иди сюда, иди сюда. Пропажа ты наша, пропажа. На, 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 на. На, ты тоже тут смотри, ты ничего не получила. Иди кушай. Съела уже свое? Или уже двойную дозу съела? Иди кушай свою. Да, здесь вокруг такая природа. Людей сейчас практически здесь нет. Смотри, Алинка, вон лебеди. Прикольно, смотри. Да, прикольно. Лебеди, здорово. А ну иди сюда вниз, покажи. Вообще класс. Смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь лебедей. Можешь приблизить? Угу. Класс. Давай, 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 давай. Приближай. Так прикольно, приблизь, только чтобы камерой не махать. Ну вот. Можешь, нет? Давай помогу. Настоящие лебеди. Так, у нас не только собачий нянь канал, а у нас мы любим всех животных. И котов, и собак, и всех остальных. Просто коты, как бы они больше живут в городе, и как бы котам достается всегда больше. Потому мы стараемся всех животных, которых мы видим, подкармливать. Смотрите, вторая. Там еще возле машины собака какая-то. Вон, третья. Четвертая. Сейчас пойдем возле машины еще посмотрим, что там за собачка. Только небольшая, она, наверное, к нашей собаке прибежала. По запаху. У нашей собаки кличка Цой. Такое интересное имя. Сами понимаете, честь кого это дело. Угу. А вон она, смотрите, еще одна. Да. Давай ей тоже угостим. Она уже сюда прибежала. Сейчас идем. А, вижу. Ты нет. Не вижу. Так, они сейчас сначала хотя бы не нападут на меня. Так, подождите, сейчас они могут еще напасть. Так, давайте, а ну примани. Примани к себе, так? Идите ко мне, идите. Давай. Вот собачка. Привет. Маленькая такая. Маленькая собачка пришла, к нам тоже хочет посмотреть. На, иди сюда. На. Она может, конечно, напасть. Так, молодец. Беги, 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 кушай. Нельзя нападать. Ты что? Смотри,
Большие собаки хотят забрать у маленькой. Ну что такие? Нельзя забирать у маленькой. А, она, смотри, схватила. Схватила, надо сейчас еще раз дать. Ну вы что? Ну, нельзя же так. Не нападайте на маленькую бить. Вон на, там. Сейчас, сейчас дам. На. Вот. Убегай. Так, она скорее всего убежала тоже опять же от кого-то. Да ну нельзя! А ну я сейчас сам дам! Ты смотри, что делают, они забирают! О. Забирают, смотри! Нормально! Нет, дела не будет, это надо ее в другое место вообще куда-то. Не просто забрали, смотри. А я думала, вы хорошие собачки, не забираете друг друга. А тут оказывается такое. Блин, уже одна косточка осталась. Две. Но одна с таким хорошим этим. С хорошим мяском? Да, тут есть мяско. Нормальная мяска. Хочу маленькую этой дать. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Подожди, как же так сделать, чтобы они не забирали? Позовись, как так сидеть, чтобы... Они на меня даже не обращают внимания. Ну, вот это вот забирает сразу сходу черная. Черная сразу. Черная. Так, все, идите отсюда, идите туда. Все, поможешь, давай, черная отошла. Так, нельзя. Все, убегай отсюда, убегай, убегай, убегай. Куда? А ну иди сюда! Иди сюда! Ой-ой-ой. Драка. Сейчас я буду бежать, так что извиняйте. Фо! Алло, фо! Нельзя! Нормально, нападай! Она подошла сюда! Надоела! Тихо. Не дает покушать! Вот это вот грызет, или кто-то из них грызет. Черненькая грызет. Своё движение. Не получается, что увидели, что я другой собаке даю еду. Что вся еда должна быть их. Угу. Ну что? Ой-ой-ой-ой-ой. Драку уже начинает. Ну это капец какой-то. Извините, то, что дергала камеру. Мне интересно. Вот это что-то мелкое-то.